Привет! А в этом видео мы с бабушкой Специей расскажем рецепт приготовления кекса со сгущенкой. Пышный и вкусный кекс для профессиональных сладкоежек. Очень нежный, воздушный, ароматный кекс на сгущенном молоке. Он станет прекрасным дополнением к чаю или другим напиткам на ваш вкус и выбор. Готовится просто, выпекается быстро, успеете сделать на завтрак. Рецепт, рассчитанный на 7 порций. Яйца 4 штуки. Мука 120 грамм. Сливочное масло 50 грамм. Сгущенное молоко 380 грамм. Ванильный сахар 1 грамм. Разрыхлитель 2,5 чайных ложки. Основной этап приготовления. Приступаем к приготовлению теста. Взбиваем в глубокую миску яйца. Обычно сначала взбиваем яйца по одному в небольшую тару. Смотрим, чтобы яйца не были испорченными и чтобы не попали частички скорлупы, как это часто бывает. А уже потом добавляем их в общий, как говорится, котел. В яйца всыпаем сахар-песок и ванильный сахар. Можно использовать ванилин или ванильную эссенцию. Сливочное масло растапливаем на плите или в микроволновке и отправляем в миску к яйцам и сахару. Сюда же вливаем сгущенное молоко. Все тщательно взбиваем при помощи обычного венчика, миксера или погружного блендера с насадкой венчик. Должна получиться однородная жидкая масса. Всыпаем в получившуюся смесь просеянную муку, предварительно смешанную с разрыхлителем. Можно просто просеять муку, насыпать сверху разрыхлитель и слегка перемешать, чтобы сухая масса не касалась мокрой. Все перемешиваем и замешиваем тесто. Переливаем тесто в форму, у нас силиконовое с отверстием посередине, так кекс лучше пропечется внутри. Вам тоже советуем взять подобную, можно и алюминиевую, но чтобы было отверстие. Теперь смотрим, как испечь кекс со сгущенкой большой. Для этого отправляем заготовку в духовой шкаф, предварительно разогретый до температуры 180 градусов. Примерное время выпекания 30 минут. Готовность кекса определяем с помощью зубочистки, проткнув ею выпечку в нескольких местах. Если сырого теста на ней не остается, значит можно выключать духовку и извлекать наш кекс. Нарезаем его и подаем к столу. Приятного вам аппетита! Получается таким большим кекс, что хватит накормить всю вашу семью. Вкусный в любом виде, даже когда остынет. Готовьте этот замечательный десерт по выходным и праздникам по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!